Двухдневный республиканский чемпионат среди вальщиков леса, в котором приняли участие 6 команд из разных уголков Башкирии, стартовал 26 мая. Площадкой для первого этапа была выбрана делянка недалеко от села Амзя. Соревнования начались с показательного выступления профессионала своего дела и победителя прошлогоднего сезона Николая Калинина. В первом этапе участникам чемпионата необходимо было показать свой профессионализм и за 5 минут спилить сосну так, чтобы она упала в точно в определенном направлении. За отклонение от заданных параметров даже на несколько сантиметров снимались очки. В соревнованиях приняли участие как профессионалы, так и новички в этом деле. Во втором этапе, который пройдет 27 мая на площадке Нефтекамского дворца творчества, мастерство лесорубов смогут оценить все желающие. Начало мероприятия в 10 часов 30 минут. Подробный сюжет о чемпионате «Лесоруб 2016» и о том, кто стал победителем, смотрите в ближайшем выпуске программы «Ежедневник». Соревнования проходят как бы второй год подряд. Первый, в прошлом году соревнования прошли в Караиделе, а в этом году вот у нас как бы Нефтекамске. Соревнования проходят 5 упражнений. Вот сегодня мы здесь видим первое упражнение – это вал колеса. Остальные все 4 упражнения пройдут в городе Нефтекамске. Здесь много номинаций. Это вот по 5 упражнениям, по каждому упражнению 3 человека будут сразу награждаться. Это получается 18 призов будет. Поэтому из 18 участников, я думаю, каждый уедет с призом.